Я вас скилл. Только я вас попрошу без моральки, пегасики. А, они вейтятся. Уроды. Ну, давайте. Чего уж там. Какой, интересно, шанс у моральки вот просто у юнита? М? Шанс на моральку у просто юнита какой? Понять не имею. Типа то, что птичка заморалилась, это какой там? 4% или сколько? Ну, полагаешь, что-то такое. Ай да пегасики, ай да мансуют. Пегасики окружили крысы. Так не получится. Защищайтесь. Так, а вот это уже менее приятно. Вот это охренительно менее приятно. Че там? Беда? Не, вроде пока нет. А вот все, беда. Хе-хе-хе, кекс. Сохранился перед этим? Нет? Нет. Я сыграю инвалидов. Ну давай, че там? Немного ты ж ходил. Да, я быстро ходил. Ну че, грузи. Я автосейв, получается, загружаю. Да. Один-один. Сейчас я это... Оп, в чатик. Бдыщ. Это такой, как ДЦПшный герой, да? Да. Чё-то надо было побольше там, наверное, кентавров ставить. Всё, заходи. Я чё-то и не подумал, что они такие танковые. Опегасили, в натуре опегасили. Так, ну что ж, в таком случае, что идти туда прорываться, потому что здесь мне нечего делать, по сути. Можно на мумии и на габанк брать, хотя на габанке сейчас будет примерно то же самое. Пауэрличи тоже это не мой уровень. Зомби, грифоны, вот в принципе сюда можно сходить. Здесь довольно-таки слабо, но я что-то представляю, что будет дальше, и там будет дальше жесть. Лол, я склеп не посетил еще. Ну, стоп. Я не посетил склеп. У меня такого добра вообще нет. Лол, ну это ошибка моя. I'm sorry. В склеп надо сходить. Дендроид этот нахер не нужны. Ага, фейл джан небольшой. Так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. В принципе, стаки, мне кажется, мне нахер не нужны. Максимум один какой-то кентавр, что, ну, если 10 стаков будет, то сбить ответку. Хотя нет, если будет там много, надо еще две ответки сбить. Так вот. Так, да, все правильно. А, да нет, они ЛСные. А, нет. А, я понял, их нельзя так расставлять. Что ж. Ладно, не беда. В любом случае.
1000 гальды. У Фуриона? У Фуриона, да. Так, еще пегасики нет. С пегасиками я уже не очень хочу иметь дело, честно говоря. Как-то так вышло. Так, а что я не зашел себе, книжку не взял? Потому что я дебил, наверное. Да, да, скорее всего, так и есть, Андрей. Золото, пауэрличи. Но это совсем не тот уровень. Хотя, может, они что-то другое охраняют. О, да, они колечко охраняют. Вот сюда можно пройти. Ну вот и пошли. Так, ты тогда знаешь, куда иди? Ага, здесь еще можно было пройти. Господи, что я за инвалид такой, кекс? Андрей, я такой же. Кекс, да мы, получается, это... мастера. Да. Так я говорю, надо было писать World Championship, Final, там все такое. Ну да, гранд-финал, там все дела. Так, вы же будете замедлять меня. Пойду вас загрыжу. Все, кекс. Понял. Ваш ход, сэр. Так, шестой день. Шестой день. Надо сделать кастл. Надо будет сделать кастл к недельке. Как раз у меня... Слушай, а кастл сколько стоит камней? 10, по-моему. Или 20. 10 хватит. Вот если 20, то у меня проблемы с этим будут. По-моему, 10-5 тысяч он стоит. Хотя вот тут камешки в итоге сейчас... В итоге сейчас 5... А, так... 2, нет, 20 это один. Еще один стак нужен будет где-то. Где его взять? В принципе, вот он. Мне пробивать их сейчас нечем. Потому что ту сучку я отдал. Так, во, кристаллики. Кекс, кристаллики. А вдруг там нычка кристалликов? Забей, я, по сути, разбираю очень даже легко. Поэтому... А, ну лол, ты, наверное, первый... У меня такая тема интересная. Если мне, короче... Если я соберу 6 кристаллов... То ты поставишь чудище. Я поставлю чудище, я нафармил голду. Но... Проблема в том, что... Я, типа, бегаю до птиц, терял много ходов, и сейчас я вижу кристаллы, я могу не добежать до них просто за 2 дня. Кекс, это будет очень неприятно. Согласен? Да. Ну, пошел Магог бить. Scales of the Greater Basilisk. Что это дает, интересно? А, ну вот, ты тогда вот сюда пойдешь, посмотришь, что там. У меня очень сомнительная, странная разведка на карте, так скажу. Там, кстати, начали PR-роксы, вторую катку, причем довольно давно, 27 минут. Да там что-то роксы закидывают вообще. И очень сильно позади роксы. Да. О, Габлак ультует в моем стиле. Да, ульта Лича второго левела просто выкинута в никуда, это печально. Блять, да боже мой, какая дизмораль. Сука. Да выкинь ты уже этих скелетов нахер. Андрей, ну как без мяса-то играть? У меня нету ничего. Мясо... Так, ты, тебе хоп-гоблин, это что, атакующий стек, что ли? А кто атакующий стек у меня? Кто? Конечно. Птички. Хоп-гоблин. Какие? Три птички? Это не атакующий стек, Андрей. Ну и, блин, будет у тебя меньше хоп-гоблинов на 3, например. Чего у меня будет? Меньше гоблинов на 3. На 30, ты хотел сказать. На 30? Тебя убили 30? Ну да, это магоги. Я завейтился, они убили 3. Я полетел птицами и получил дизмораль и не заблочил их на следующий, типа. Mm-hmm.
Ну, видишь, как Ой-ой-ой, бы... перевороты. Это так-то поважнее. Ладно, хуй с ними. Короче, я вообще на все забиваю. Не, ну когда ликантроп есть, то как бы, как правило, камбэки возможны, потому что ДПСа всегда хватает. А да тут форставщик очень вовремя, и все, пейры подставились, и поехало. Лахи. Там еще и гирокоптер без ТПшечки. А это чего они играют, кстати говоря? А это я не могу сказать. Почему? МЛГ. Да, МЛГ. Ну чё, Кекс, как там у тебя? Да херово все. Но все нормально. Все, ну это отлично. В конце концов, Кекс, все-таки это всего лишь хоб-гоблины, которые пойдут на мясо рано или поздно. Ну да, но при помощи их я бы фармил. Не отказался бы пофармить, точнее. Так. Теперь это будет посложнее, но все равно же возможно. Главное верить в себя, не сдаваться. Драться как лев, как тигр. Бедный респ, очень бедный. И все-таки я так подумал, 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 гномики это не самый плохой юнит, когда особенно ты играешь Ивором с грандами. Пожалуйста, Впитывают ребята без морали. здорово. Пожалуйста, без моральки. Кекс, я сейчас, скорее всего, долгую буду. У меня тут зомби много стоит очень. Да нет проблем. 50-99, Кекс. Блин, но все-таки то, что пегасиков здесь оказалось максималка, это не слишком приятно было. Ну, почти максималка. Так-то я думаю, если бы я еще расставил все грамотно, я бы с ними справился. Да и, наверное, и так вот возможно, вполне себе. Для некоторых это дефолт, но для меня рака это сложно. Это impossible. Да, сил уже нет. Что такое? Все хорошо. Кекс, как ты так много дезморали от тебя прям? Блять. У него там юниты не дезморали. А, так понятно. У меня быстрый очень будет следующий ход. Блин, я не отдал этой. Прям очень быстро. Ладно, ничего страшного. Как там перекинуть? Опа. И ага, ты сюда, сюда не доходишь. А ты, молодой человек, пожалуйста, беги, неси царю шмотку. Ну и кентавра еще одного. Так будет честно. Так, ладно. Смотрим. Гора. Сады какие-то, которые не знают, что делают. Ладно. Пора делать грязь. В принципе, вот так достаточно будет. Да, их вроде не так много, 300 всего.
всякий случай. Гирокоптер какой-то мощный УПР выезжает за счет Мидаса. Прям вообще окупается только так. Так, арчери. А тут оно что? Ну, это наши. Это наши. Это мой второй город. С Ликаном, по сути, один город. Кекс. Я завладел хатой. Хаткой? Хаткой, да. Не знаю, что это такое, но посмотрю. О, плюс один на лучше. О, отлично. Прикольно, значит, я... Опа, хата кристаллов. Вот это меня интересует. Это надо брать. Брить, брать, брать. Врать. Тут пробивать, похоже, надо. Короче, ладно, вы, молодой человек, отправляйтесь вот сюда, вот, например. Здесь можно приобрести себе, например, персонажа. Например, вот эту вот подругу. У нее сиськи большие, Дрюс? Нет. А чё ж ты берёшь-то? Не знаю. Это же герой третьих, тут ни у кого нет больших сисек. Печально. Да, надо пробивать здесь. А ты, я уже сказал, что будешь делать, суть. Ох, я ж лох. Сказочного дракона больше. Зачем я взял героя? Зачем я это сделал? У меня ж теперь нету денег, чтобы построить цитадель. Хотя в любом случае у меня не было тогда денег, чтобы построить это самое на следующем ходу. Кастл. Ну ладно, ничего страшного, построю рынок. Он не помешает. Строю тут рынок, там рынок. Буду с трейдером. Как это там, Форекс-клуб, все дела. Богатый Форекс? Да, хотя... А, ну у меня ни на что там, в принципе, не было больше. То было бы неплохо там поставить, например, пегасиков себе. А все потому, что я построил этих дендроидов, с которыми думал, что пробью, в итоге не пробил. В итоге обманулся очень сильно. Грусть, печаль, в общем. В итоге на 7 грандов меньше получил. Это плохо. А у Роксов 14-12, и все уже очень даже неплохо. Очень неплохо там. Аеги, сыр, все дела. Ну, Кокс Рис. Хорошая команда. Опа, Кекс, а ты что так быстро? А вот так вот. Такой ход. Понял. Он досмотреть катку хочет. Да нет, я беру все, что могу. Так, проход на болото. Ладно, я, короче, ни хрена не знаю, ни хрена не вижу, поэтому буду просто бежать вперед. О, троглы. Это бы и зафармил, забрал бы у них артефакт. Ну, естественно, тут нет прохода. Я бежал через всю карту просто так, потому что мне кайф. Короче, тем временем у Ликана 4500 гауды, а у Соло 4. Ой-ой-ой, дварфики. Дварфики, сейчас вы мне поможете, братики. Сука, как Игорь там пригорается. А вот Араксы выиграли вторую, типа. Такое ощущение, да, то что выиграли. Ну да, есть такое, типа... Минус 4 такие вот. Сейчас Лёшка быстро ворвётся, чувствую.
что, ребятки, моралька будет у вас? Не, нету моральки. Чего, блядь? Гномики, вы охерели, что ли? Чё они? Они два раза ответили. А вот у меня, кстати, такое бывает, Андрей. Ты, видимо, завейтился, а потом новый ход. Видимо, да. Опа, логистика. Давай, давай. Продано. Логистика это прям вообще найс. Да, я и говорю, найс. Так, а куда идти тебе, мой дорогой друг? Не оставаться ли тебе здесь? И не ждать, пока я пробью? О-о-о. Сос, я сыл и уже. Да, съел сыр и тут же сдох. Ну, отравленный сыр. Неприятно. Так. Не знаю, сколько кентавров сейчас просру, но надеюсь на лучшее. А вы какого черта еще раз ударили, педрилы? И вы почему ударили? Я же свита был. Рой педрил. Рой педрил. Так в натуре рой педрил. Кекс, ну десяточку, по-моему, просрал, да, 11 кентавров. Ну что как, не сделаешь? Как я тебя понимаю? Вот но... сейчас Гараль зато выкопаю скоро, кекс. Я тебе так скажу, новая неделя. О, гоблины. Так, ладно. Так, пасфайдинг. Отлично. Скелетики. Гноли. Блин, ну такое дерьмо, конечно, фармить своим основным персонажем, мне кажется, это позор. Как ты считаешь, Кекс? Возможно. Ну не позор. Хотя о чем мне? Ну, блин, я уже должен был быть на самом деле или там, или пробивать вот здесь вот. Но я почему-то решил освоить территорию вот здесь. Ну, хрен с ним, вот это вот зафармлю, получилось. И Роксы побеждают. Роксы молодцы, ребят. Знаете поговорку такую? Нет. Соло на ком играл? На инвокере? Да. У него там что-то получаться, кстати, в последнее время началось. Потому что, может быть, они постоянно ходят на мид к нему всей командой. Все, Роксов там... А, лол, сейчас три... пол третьего ночи, там еще игры какие-то были. Уже есть. Ладно, пока Кекс ходит, трехминутную рекламную паузу дам, господа. Там у них еще игры какие-то, лол. В смысле? Нет, все вроде. А, ну все, то ждем, надеюсь, врыва. Тоже надеюсь. Не, ничего не могу. А может тут МГ поставить? Да, здесь поставлю МГ, возьму книжку себе. Только
только денег ни хрена нету. Ну ты решишь, что лети на Габанк брать. Хотя лол, какой МГ нахрен? Мне еще столько тут грандов надо скупать, столько всякого всего. Хотя что там? Столько няшек. Да, кекс, золотишко мне действительно не хватает. Несколько. Так много героев, типа Дрюс просто. Прожорливые? Угу. Действительно. Платить им еще надо. Да-да-да. Скоты. Блин, вот эти сраные гоги, которые встали на дороге, так не хотелось их пробивать, грандов терять. А, так это я за 4,5 тысячи долларов был. А где это они играли? Блядь, по 2 игры такие. Ну, на MLG. А вдруг? Это поболее будет, чем 322. Угу. Что-то кейк вылетел, походу. Я очень надеюсь, что он из игры не вылетел. Нет, походу, он из игры тоже дропнется сейчас. Надеюсь, что нет. Да в любом случае, раз Арксе доиграли, уже можно, в принципе, начинать делать грязь. Чашечки, ТТТшечки. Чашечки. Нет, чашечки меня бесят, а вот ТТТ отлично. ТТТ тоже такое. Ну, в принципе, ладно. Я все равно не участвую. Дрюс, а вот у меня такой вопрос. А че ж пораньше-то не начинать? Тренировки. А, ну да. Ну все, кекс ливнул. Замечательно. Алло. Здорово, кекс. Слушай, кекс, а если я сейчас сейванусь, например? Зачем? Ты сможешь зайти в него? Я смогу, а зачем? Ну, в смысле? Ну, я типа вылетел, ты грузишь автосейф, и я тот же подхожу. Ладно. Ну, просто так был бы уже наполовину прохожено все? Или ты даже не начинал ходить? Нет, я сходил, что-то не успел доходить. Хотя, сохраняйся, похуй, там, по-моему. Да я уже вышел. Загружай, у меня там быстрый ход, я типа... Да я уже загрузил. Сейчас, секундочку. А, блять, я искал... Все, создал. А почему Дред не в сети пишет? А, все. Кекс, нам надо подключиться заново. Да-да-да, я этим занимаюсь. Бахнешь? Кинешь опять пас. Вот он пас. А вот он ID. Не ID, там один тот же. Сори, ну, у меня бывает комп висит, я... Кекс, ну очень грустно получилось, конечно. Я не ожидал тебе такого. Точно быстрый ход? А то хотеть вот, уже хочется, вот очень кекс. Быстро, я типа довез армию, пронесся, типа... Я уже закончил почти ход. Но... Кекс, как ты думаешь, недели на 4-й сможем забрать все-таки этих циклопов в поганах? Не знаю, Андрей, расклад очень бедный. Вообще... Блять. Ладно, Андрей, я не смотрю. Я тоже не смотрю, кекс. Нет, ты можешь посмотреть, кстати. Я вон вижу обзорочку, там мне этого достаточно, в принципе. Неловко, да? Как я будто в душе достал.
Заходи, кекс. Кекс. Не в лофт вышло. Кекс. А. Меня что, не слышно? Так, вроде поставил все. Я за рампорт. Ты за этот самый. Хорошо, я согласен. Хорошо, поехали. Что? Ты можешь посмотреть, повторяю, там что. Кекс, я вроде все поставил, слышишь? Ну, Андрей, давай, попытка номер три. Все, погнали, сейчас собрался. Собрался? Заходи. Захожу. Так, давай, по порядку. Значит, хоп, выбираем автосейв 2. Advanced Options. Ну, неправильно. Так. Почти. Так, так. Хорошо, всё. Старт. Старт. Погнали. О! Теперь пропускаешь ход, и я комариком просто быстро. Комарик. Дрюс. Давай, комарик. А. Тут твою стратегию с Мэйл Штормом и Мьёлниром на Эмбер Спирите обсуждают. И чего там? Говорят, глупо. Да? Да. В этот раз что-то по-другому маленько скорее. Так, ну чего, Кекс, ты же обещал. Так, Андрей, первая неделя, сейчас быстро я бегу, просто сражаюсь. Что? Напал? Нет, забей, ничего не было. Понял, чего не случилось? Ой, кексыч, кексыч. Ты хоть комментируй, что делаешь, или стримец включи, чтобы народу было не так в том да, ждать. Да, я побыстрее решил сходить. И что сделал? Хоть говори их. Да ладно. Ну так же неинтересно, кекс, я ну ебать. Дизморалить-то зачем, сам же говорил. Так не, ну дизмораль. Дизмораль у меня полностью, кекс. Все хорошо. Горишь стандартно на 2-1-1, ой, 2-1 пробивают, да? На СМД, да, помню, я. Угу, угу. Что ж, понятненько, сейчас тоже пробьем. Так, а я таунхолл не поставил, да? А, нет, сети, ММГ, Блэксмит. Я, типа, видел видос, чувак на 1-1-6 вышел. То есть сам. Так, ну и что, выйдет он на 1-1-6, там же дальше охереть. А дальше как-то твой замок, он тебя хуярит, все. А, дальше тоже так? Ну конечно, вот за это за циклопами я стою. Понял. Дредстерн. Ну давай. Месяц зайца, хорошо. Гоблины. Вот так вот пойдем. Атака пошла. Грейженный стак. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Вот так. Так, так. Ага, бах-бах. ГГВП на уре. Мафака. Вы убегайте, кентавры. Зачем я вас так наплодил, я не знаю, но тем не менее просирать вас не хочется.
кексами крю, что надо. Хорош. Так, 1000 экспы, тут голда, скелеты. Кентавров бахнуть, что ли? Так, нахер подзорная труба какая-то сраная. Короче, я очень много времени теряю, надо, наверное, бежать уже. Ты только посмотри, что там происходит, пожалуйста. Гнули, да, блядь, надо бежать, ломать все равно. Бокс. Их еще до хера получается. А, ладно. Сколько дэмэджа? Не, лучше подождем в таком случае. Нахрена я их столько положу? Ну вот теперь-то точно надо пегасов идти брать. Врать. Так, ладно, сколько это стоит? Да это все дорого стоит. Ебать, как все дорого стоит. Ничего, пожалуй, ставить не буду. Хотя... Да, ничего ставить не буду, пожалуй. Так, 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 так. Извиняюсь, кекс дебил просто ходит. А, вот, все, вижу циклопов этих, уважаемых. Дрюс, я предлагаю все-таки попробовать собрать конференцию, ты что-то вообще... Так, пускай заходят, кто им запрещает-то? Так они что-то не хотят. Так, надо написать, наверное. Забрать еще надо бы. Да, что-то у меня перебор героев, на самом деле. Мне даже не нужны они особо. Кекс. GL, ХФ. Я думаю, сейчас, когда все там... будут довольны очень собой, когда там все отдохнут после игр, минут через 20, через 30, думаю, уже начнется экшен.
что в любом случае нас сейчас как бы 4 человека в конференции, один из которых не играет. Вообще спрошу. Так, ладно, сейчас я вернусь. Я уже сходил, Андрюш. А, да? Да, сейчас. Оперативно. Короче, надо трижак брать. Надо брать трижак. Деваться некуда. Тут нет никого трижака. А, ну этот не трижак, Дварвен Трижери. Короче, вот такая хрень. А, ты правильно. Да, еще вот не знаю, что там. Тоже, в принципе, надо пробить. Ну это СМДшка, типа такой. Тут вся суть. Как можно быстрее шлепнуть охрану и соперника. Но мы тут не умеем, правильно? Да, мы так не умеем. Так, да, кастл десяточку стоит. Ну, пока он не планируется, можно вот так вот сделать. Так это, может монополию хотя бы? Прекращай, Клайд. Так, еще один, 350. Да, же денег не хватает загрейдить, ну что за лал? У меня в глазах, Андрей, знаешь что? Что? Только ты неправильно загружаешь сейф, и топ стоит. Понял. А я раканул сейчас очень неплохо. Ладно, ничего страшного. Довезем армию. Так, ладно, ты иди в конюшню, ты иди домой. Фата извинился перед Русски за инцидент на турнире Гринвилла. Все, Кекс, давай. Уже видишь, побыстрее пошло, когда уже не хрен делать абсолютно, потому что ничего не пробито. У меня пробито тут. Очко. А я все порнухой какой-то занимаюсь. О, утопка! Хорошо! Бегемот Крэк. Сейчас, короче, смотри, Кекс. Значит, беру я пегасов. Оттуда мне выпадает 30 грандов. У меня их будет под 60.
не пизда мне. Не, я пойду на циклопов и сливаюсь об них, как тебе? А грандами, ну, тяжело, да, будет, но им будет интересно. Ну... Вообще, если есть утопка, то у тебя всегда, по идее, есть чем заняться, если честно. Блин, одни няшки предлагают, а? Хотят. Приятно тут стоит. Так, а тут... Black Knight, блин, вот Black Knight будет ходить. Твой ход, Андрей. Андрей, ты тут? Андрей, ты жив? А, блин, микрофон выключился. Да-да, я здесь, я что-то говорю, говорю, а не говорится ни хрена. Бывает такое. Да. О, все, Лёх, здорово. Понял тебя. Не, Лёхи тут не было. А это ты, что ли? Нет, не я. Хорош. Так, блядь, пока этот идиот дойдет, уже жизнь пройдет. Так, теперь гномятня. С гномятней сейчас буду фейлить. Сейчас буду фейлить, фейлить буду жестко. Сделаю как-нибудь вот так, вот, вот, так, вот, вот. Нет, это нормально. Точнее, вот это нормально. Все, кекс, удачи мне. Нападаешь на кого-то? На гномятню, пятнашечка. Но они на своей земле. Ай-яй-яй, какой слабый кентавр. Тихо ты. А, ну он доходит, но он слаб. Ебать, какой я стратег.
Ну-ка, добить. Ну давай. Ну ладно, в следующий раз повезет. Опа, хорош. Я, кстати, ни одной моральки у гномов не было. Хорошо. А если пойду птичек выберу? А давай. О, кстати, я себе места немного возьму. На этих. На магогов. Хотя, в смысле, нахера мне орки? Лол, какое-то мясо. Это говно и мясо. Не нужно, но мне эти подачки. Так, тут кто-то есть. Тут. Короче, ладно. Все в бой. Опа, блес. Кексыч! Блять! Вот здесь забыл построить. Короче, кекс, у меня блес есть. Плохо для меня. Что я могу сказать? Гранды будут великолепны. Гранды будут очень великолепны, я тебе так скажу. По бегемотикам. Не дойдут. Да. Бегемотики. Ничего, Андрей, ладно, у меня есть перспективка, сейчас я ее вижу. Очень жаль, что так все происходило до этого. Так, посмотрим, что там говорить. Тут микрофон так дышит. Это кекс. Дерется, я? Походу. А, сори, я просто с колонками, я наушники вот лежат, я бывает позицию на стуле меняю, как получилось. Я сходил. Хорошо. Я тоже сейчас схожу, кекс. Я видос смотрю, Россия, называется «Россия может превратить США в пепел». Мне очень нравится. Да это фигня. Просто рассказывает про систему претерианец, или, а, периметр называется. По-английски «dead hand». Спасибо. Ну, ничего там провокационного такого нет, и угрожающего тем более. Зачем мне столько героев? Зачем я их наплодил вообще? Хер его знает. Так, Кекс, я сейчас еще раз кое-что попробую сделать. Попробуй. Я так. О. А, это надо попробовать, конечно. Да, я попробую CSGO купить. Ага, 6,5 гигабайт. Ну, короче, пускай они пока качаются, потом, я думаю, можно будет побахать, раз у нас народу на ТТТ нету. Да.
Петух. А. Ты, привет. Ты еще не купил CSGO? Купил. Поздно. Вот так. Поздно, поздно. Слышь, что ты за ублюдок? Ты же спать хотел идти. Нормально. Хорошо, что вы остановились. Я уже был готов вас кикать. Просто у меня гифт один есть, и я говорил не так давно, и что-то сейчас слушаю стрим. А ты там будешь кикать? Я? Да. Да, я, нет, я сейчас досматриваю героев и спать пойду. Наших досмотришь героев? Да, очень интересных и так далее. Всё, это ты молодец. Это надолго. Это грамотно. А у меня много времени, у меня целая пачка семечек. Я грызу и смотрю. Так, ладно, вот этих куплю, ребята. Пегасики, здравствуйте, пегасики. Можно было лошадок взять, но и пегасиков лучше. Пегасики быстренькие, такие веселые, хорошо. Ага, под конец хода решил, блядь, зайти в конюшню. Под конец, точнее, этого. Под конец мира, короче. О, ставьте на завтра. Вот, скис, мим. А что за команда ним? Не мим, а ним. Ним? Не знаю, кекс о чем-то. Короче, видимо, на сайте опять опечатка, а потом они просто молча вернут ставки и скажут, что это значит. Гайс, а я сразу начну этот в CSGO шлепать сильно очень? Навряд ли. Почему нет? Ну, если ты достаточно мощный в 1.6, то ты, в принципе, будешь тоже мощный и в Go. В 1.6 я один из лучших игроков. Просто там единственная проблема в том, что всякие новые пушки, деньги, ну, экономическая система другая, гранаты маленькие всякие. Я владею. Это все для супер задротов, мне кажется, важно, эти разные экономические системы. Типа прям... Вот именно. А там что-то... закупаться как? B4.3 или чего? Да. Там закупка, нажимаешь B, и у тебя там такая менюшка круглая вылазит. Понял. Там вся суть в том, что, Андрей, во-первых, все оружие простреливают, особенно двери вообще на ура, то есть от пистолетов до любой хрени. И подняли, типа, вот эти меню с тройкой, то есть вот где тырщики всякие были, вот эти оружия очень слабые были, а здесь в CSGO подняли. Сейчас, типа, можно в легкую там бахать со всяких... Ну, они, соответственно, тоже простреливают. Соответственно, да, они типа. Ну, это одно из основных прям изменений. Угу. Кекс, 2.6, ты пробил уже, идешь, да? 2.6. Да, да, уже Андрей, ждешь? Захожу уже на респу. Хорошо. Кстати, а что это за шаблон? Как он называется? СМД. 2 СМД, там и с цифрой там что-то связано, там разные они бывают, но, в принципе, ничего. Понял. Я тебе так скажу, это очень терпимые шаблоны, особенно если ты на джекусе привык играть, и типа в них надо очень, ну, жесткий шаблон, так сказать, жесткий. Понял. Так о чем на терпимом шаблоне-то, кекс? Хотя, ну, ты же сказал поменьше карту. На дефолтном я тебя уже бахнул. Так это тоже был, по-моему, шаблон, только... Ну, хотя ты создал, не знаю. Так, ну все, кекс. Сейчас пегасики будут отлетать. Ой, ну да, в смысле, или мои, или вражеские пегасики. Какие-нибудь точно будут отлетать. Это гарантированно. А, хотя вот, еще левелапчик сейчас возьму здесь. Ладно.
все, в принципе, неплохо, бля. Хотя таким образом можно себе и потерять кое-что, не хотелось бы. Не хотелось бы ничего терять. Блять, они сразу долетают. Ой же я дебил, Кекс. Ну давай, пегасики, защищайтесь. Андрей, вот мне в детстве мама готовила так, что мне хватало на неделю. Как ты думаешь, в этом возрасте это возможно как-то организовать? Нет. Я просто иду в магазин, покупаю мясо и съедаю за два дня. Мне готовить опять так лень, что я начинаю жрать букошки типа нам. Ну, все грамотно. Не пробовал где-нибудь на рынке прям 3 килограмма мяса и бахнуть куда-нибудь в сковороду? Не. Опа, пегасик. Ну и нахер ты мне нужен, ты же всего лишь жалкое мясо. А, точнее, 2 пегасика. 2 жалких пегасика. Ну, это такое вообще никому не надо. Никто на них не смотрит вообще, на этих пегасиков в санах. Правильно, Кекс? Конечно. Зато гранды не потерялись. Слушай, у меня юнит, блин, пегас. Дресня какая-то. Так, Кекс. Автосейв. 1-2-6. Так, кстати, точно я вспомнил, как просто охраняются названием сразу. Так, ну все, сейчас я, блядь, покажу, как надо. Насыка. Я вижу жуткую перспективку, по сути, в которой, если я ее беру, то у тебя шансов очень мало. Чекс, я всех пегасов проебал. Да их было 5. Да и хер с ними. Все, они на защиту встают. Я помню, смотришь ты на тварины, он там какой-нибудь, ну, за место единички, например, хоп-гоблин теряет 2, и все, там сразу пожар, типа, что за хуйня, как я так садил, не знаю, так. Но... А у нас 5 пегасов, да, хрен с ними. Да чё эти пегасы мне? Вообще никчемный юнит. Правильно? Конечно. Представляешь, сколько на циклопов ты купишь? Кекс, много. У нас между нами есть магоги, если чё. Блядь, зачем я это сказал? Хотя в своем замке я тебя вообще... На пространстве, конечно, у тебя шансы. 21 кентавр, 1 дендроид, 3 пегасика. Resistance и Estates. Ну, Resistance. Но и... Блин, это узнаю только в следующем ходу, что я получил. Так, короче, ладно. Тоже беги. Беги туда. Ты жди здесь. Хотя можешь... Не жди. Shield есть. Это брать, это... Я даже не знаю, что с тобой делать. Ничего, наверное. Лошадок построю. Все, Кекс, давай, следующий ход решающий. Решающий что? Да. Понял. Решающий что, да. Перспективка, да, ой, хорошо, сейчас. На 1-2, на 1-3-1 беру вот это, на 1-3-5 вот это, на 1-3-7 пробиваю ГО и я иду. У меня специи еще классные выпали. Прям все, которые вообще лучше. Правда, они все не прокачаны в итоге пока что.
Чего, Кекс? Специи, говорю, у меня все охуенные выпали, только все не прокачаны. А у меня вот уже этот резистанс есть. Забыл resistance. В колодец зайти и заправиться. Кекс, слышишь, не заправился. Резистанс это интересно. А еще у меня баф длится один ход. Блэс пока что. Ну, я думаю, это я, естественно, исправлю, потому что я high skill. А, вот я нагобанк не взял. Ну и правильно, нахер мне нагобанк для инвалидов. Золотой рудник, но там пауэрличи, я не знаю, что они могут, что не могут. В принципе, скоро у меня еще пегасики подлетят, Игорь. Ой, фу ты, Игорь. Кекс, сорьки. Так, 1-4, нагобанк. 1-4, 8-8. Получается четверка. МГ сейчас бахну, потом... Воу-воу-воу, драконы на третьей неделе, кекс! Ёбаный рот! Понял. Так... Четверку на габан. Кекс. Кекс. Чё? Знаешь, что из Пандорки выпало? Сейчас, подожди. Ну, давай. Охрана какая была? Охрана... Пегаса, 50 штук. 30 пегасов? Кекс, 25 грандов. Блин. 46 грандов. Я подумал, грандов. Грандов или пегасы, решил. 46 грандов. 46 грандов. Ну, того вот. Кекс. Очень даже. Я тут вижу две пандорки, но мне так далеко бежать. Так, ну что, теперь можно уже побаловаться. Вот сюда поставлю. Сколько там у нас? Стреляйте, ребят, стреляйте. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Андрей, ты следишь за Китаем? Да, я слежу за Китаем, конечно. Вот. Блять, я поставил плохо, они же сожрут всех. Ньюби ЛГД. Завтра две игры очень сильные, типа Ньюби ЛГД и Invictus ДК. Правда, они вроде бы 3 должны быть. И Invictus, типа, считают, ну, типа, 1.7 на Invictus и 2.2 на ДК. Тебе не кажется, что это странно? 1.7 Invictus, 2.2. Ну, я не знаю, но там, по-моему, кто-то говорил, то, что ДК в последнее время... Ой, этот самый, IG в последнее время бахают очень серьезно. Ну, ДК по-прежнему топ-1 всех рейтингов, типа. И вчера они бахнули 2.0. А у меня 25 гранд... Ой, 48 грандов, кекс. Блин, какой интересный матч. Такая Invictus, это же фавориты. Это практически финал Star серии. Кекс. А. 48 грандов. Я понял. У меня... Кстати, что чатик ответит мне на это? Гранды. Фнатик, Рокскиз завтра. Рокскиз аутсайдерами считаются. При том, что я бы сейчас, например, так не сказал. Слушайте, даже не боятся. А зря. Скелетики 48 грандов. Скелетики, скелетики. Что ж вы делаете? Ахаха, прекратите. Так, а что за веревка? Bow Strike, increase your archery skill by 10%. Прикольно, прикольно. Мне нра. Так, гномики всякие, хуёмики. Тут не пройти. Опа! Homestead. Хорошая штука. Это я, пожалуй, возьму. Это я, пожалуй, возьму попозже чуть-чуть. О, еще нычка драконов, кекс. Две, что ли, или как? Или да. Еще это одна? Ой, и кекс, и еще и одна, это самая башенка моя. Слушай, что творится? Яки царюга я, кексыч. Подожди, у тебя одна нычка драконов или больше, чем две, одна? Две, кекс. Сука. Почему? Почему ты так говоришь? А мне
Мне нравится, что это леночки дракон. Да чего ты это самое-то? Грандов 50 штук. Мне это уже хватит. МГ. Бах. Так. Так, так, так. Это берет. Сейчас я кексыч, короче, все по скиллу сделаю. Да, я что-то открыл страничку IG, они из последних игр ни одной не проиграли. Кекс, ну давай. КЛХФ. Так, новая неделя. Чудовище. А пока кекс ходит, трехминутная счастливая рекламная пауза. Чудовище плюс 10. Так, а мы не собираемся заканчивать партию. Мы сейчас немножко поиграем, пойдем бахать в CSGO. Так, ладно, Кекс, я вернусь. Агабанк пошел брать. Многобанк-то лег-то как, без потерь. Моментально и без регистрации. Якс? Многобанк ложится. Да, Многобанк ложится. Без потерь, регистрации и все. Хотя птичку могу потерять, если не проплывем по мне. Давай! Есть! О, птичка. Так. Блин, что же будет? Так, теперь надо решиться. Вот сейчас действительно судьбоносное решение. Бежать налево или бежать наверх? Андрей. А. Налево или наверх? Я думаю, наверх. Или налево, Кекс? А, о, налево, хороший, я тоже так думаю. Тут просто как повезет. Сверху такая авантюрка, а слева там точка такая. Вот сейчас бахну слева. Ну, боевой дух Андрей растет и у меня, и у армии. Здорово. Так, птицы, рух. Блин, а я вообще убью их 20-49-то. Мне тоже, кстати, это очень интересно, убьешь ты 20 птиц рух. Летают быстро, бьют сильно. Не, ну 48 грандов, это 48 грандов, конечно, Кекс, но типа, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, я даже, на самом деле, если всех кентавров просру, мне это будет не очень обидно. Если там а дендроидов, нет, кентавров, пофигу, щит на них кину, пускай впитывают. На базе меня там уже будут ждать еще... А, я, блядь, опять кастл не поставил, господи, боже мой. Подожди, у тебя в главном замке кастла нету? Да. Это очень серьезно, Андрей, если честно. Я с тобой согласен. Прям очень сильно. Так, многобанк. Я даже не могу порадоваться взять этой ошибке, если честно. Почему не можешь? Потому что это, блин, типа, третья неделя сейчас у тебя остается. Да блин, мне 25 грандов выпало с этого самого. Все, возместил это. О чем же речь идет? А у меня птицы грома. Хорошо. Кстати,
Андрей, я тут подумал на секундочку. Ну-ка, ну-ка. Это же TeamViewer. Так. Так ты во время моего хода можешь сам мой экран включать, если так хочется. Ну просто не смотри. Да не, мне не хочется. Я просто к тому же стрим. Буду стримить. Отлично. Это не вот хрена. Город, а? На Госта Геймерс. Так, Кентавр продано. Вон и Олег пришел на КСГ. Вот и отлично. Блин, я знаешь, сейчас я чувствую, знаешь, себя кем? Вот кем? Мидером, которого гнобили на миди, он байбекался, сделал 0.5, а потом все стало хорошо. Я думаю, нахуй я байбекался, нахуй я 0.5 был. Бывает у тебя такое чувство? Бывает, бывает. Так, циклопня. Василиски, волки. Все это надо чистить. Ты дуешься. Это надо чистить, а тем временем все-таки, наверное, я решил сделать вот так вот. И это, наверное, правильное решение. Так. Еще одна хоста. Ну вот, как раз хотел брать эту хрень. Скаутинг радиус плюс один. Так, ну а здесь я обманулся. Я хотел сюда войско перевести и вот эти вот штучки зачистить. И взять еще лучников. Ну ладно. Пегасики. А как думаешь, Роксы Фнатиков бахнут? Роксы Фнатиков? Да. Ну, учитывая последние обстоятельства, думаю, да. А нахер мне эти пегасики-то? Ебать. Ладно, вот столько вот возьму пегасиков. Альянс и Клаудом сегодня поиграли. Так. Кейкс, ваша очередь, меня, прошу. У меня каждый ход все интереснее и интереснее. У меня уже 2600 мувпоинт у героя. Ну вот эта стадия, знаешь. 2600? Да. А у меня сколько? Так, а что так мало? При том, что у меня логистика базовая, а может быть не базовая. Просто. Ты мастер. Короче, Кекс, знаешь что? Что я хотел сказать-то? Скажи, чего за войско-то у тебя? Ты уверен, что пользу? Хочу. Ну такое. Нормально. Так, ладно, а как я через 4 чудищ и 15 птиц грома, грубо говоря. Кекс, а как я могу смотреть тебя? Действительно, на телевизоре? Да. Так это, я думаю, легко устроить сейчас. Типа, у нас соединение может разорваться, если мы что-то другое сделаем. Мы же VPN делаем соединение. Мы можем сохраниться, типа, сейчас. Да ладно, забей. Сейчас, я думаю, мы еще парочку ходов сделаем и уже в CSGO пойдем. Да. Как тебе стратегия такая? Хорошая стратегия. Но мне с каждым ходом игра, говорю, больше нравится. Я уже пошел топку чистить. За щитком пойду вон щитком. Топку пошел чистить? Да. Ты с четырьмя чудиками не заберешь топку? Заберу. В смысле? Ну, если она не максималка. А тут не, просто ну... по пути артефактов много. Блин, там... да ты же закинешь там. Я тебе уверяю, Кекс. Не, в минималке я не закину. Андрей. Кекс, ну там в минималке все равно там один черный Андрей, дракон, два... как шестой уровень, 9 атаки. Сейчас я беру вот два артефакта лежат. Дубина вон лежит, огровская, знаешь, что дубина? Что дает? Атаки много дает. Сколько атаки? А я не помню точно. По-моему, 6. Нет, подожди. Ну... Самый большой дубин. Короче, суть в том, что типа у меня все норм. Мясо тут есть в третьем замке.
Кекс, ну смотри, смотри. Короче, я иду за утопкой, но я просто по пути, я смотрю, что по пути. По пути там еще нычка чудищ, еще одна, я должен успеть ее взять до конца недели. Кекс, ну давай тогда и закончим, как ты утопку возьмешь. Или не возьмешь. Не, мы сохраним, потом доиграем, просто сейчас это... Сейчас CSGO что-нибудь поживее сделаем. Нет, давай тогда не будем на утопке останавливаться, просто в любой момент, как только захочется. Чё-чё-чё? Ну, типа, не на утопке, а в любой момент, как вот захочется, то го, потому что, видишь, там в конфе уже все это выгорает. Когда качается, короче, у тебя может быть. Понял. Так, а еще я знаю, можно вот такие фишки делать. Так. Мне просто до утопки, я ее вижу, но мне тут идти, тут столько всего, знаешь, вот дрыжа по ходу того-то. Тут арены, драконья утопия, нычка, дубины. Сейчас я скажу точно, сколько дубины дает. По-моему, шестерку он дает. Ну, шестерка это неплохо. Так, кекс. Кекс, кекс, кекс. Сейчас буду драгонов брать. А, пятерку она дает. Да, самая. Шестерку меньше дает адский. Все. Чуть-чуть ошибся. А по поводу Team Beaver. Сейчас. А, так элементарно, лол, Андрей. Шо, как? Короче. Мы же уже подсоединены, по сути. Я вот сейчас твой компьютер, я так понимаю, могу элементарно набрать. Дебать, что творю, кекс. Эпичный ретард. Короче. Ну, стоп, у меня их 46, а не 48. А чё же я говорил тогда так много? Оказалось поменьше. Круто! Крэкхэк с атакой 20 у меня намечается через пару ходов. Знаешь, это... Эксперт офенс, атака 20, 4 чудища. Да-да-да-да-да, кекс, да-да-да-да-да. Так. Иди забирай кентавров, я понял, что это просто обуза. Мне очень со спеллами повезло, кстати. Ой, с этим, с навыками. У меня все топовые, короче. Ну, офенса базовая, потом логистика, тактика, магия земли и мудрость. Сам понимаешь. Лучше. Понял. Нет. Не, мне не так сильно повезло. Так. Еще арбор наверх против. Вон. Как-то вот так надо попробовать, наверное. А, или воздух, лол, против грандов, то не воздух, лол, тогда я в первом хату долечу до тебя. 1-4-3. А у тебя тактика, Андрей, есть у меня такой вопрос? Тактика у тебя есть? Тактики у меня нет. Короче, я очень сильно зафейлил, потерял немного агендавров. Тебе очень сильно тактика нужна, я тебе так скажу, как вода в губах. Ну вот у меня сейчас навигация или резистенс, как бы, два варианта. Ну, это да, печально. И оба уже есть, да, типа в базах? Не. Все понял. А навигация. Короче, я тут еще кентавров закинул немного. Теперь буду знать, как брать это говно. Так, пойдем ко второй. Маринки, ты во всех нам построил? Что? Рынки ты во всех рамках построил? Да. Кстати, вот надо бы еще в одном бахнуть. А я вижу черный рынок. Он, кстати, недалеко от тебя, походу. Стандартная эта ситуация, когда 4 героя у тебя рядом. О, 56 грандов, кекс. Здорово. Так, блять. Единственное, знаешь, в чем проблема? Потому что грандами не берется уток. Да.
Тебе очень сильно нужны юникорны. О, медуза. Медуза Стор. У тебя, Андрей, в каком это, в какой стадии КС там докачался или что? Да, уже готово все. Готово все? Смотри, я тут. Так, 10 ну, леса теперь. Леса прям вот не играет. Marketplace. Вот это окно. Так, хорошо. Сейчас будет война за щит. Щит 3. 3 армора дает, поэтому я думаю. Ой, мой в пульт вскоре. Так, ответственный бой. Здесь терять вообще никого. Wait. Кекс. А. Давай, короче, по два хода еще и это самое. Да. В КС-оч. И, кстати, это вот, можешь попробовать, типа, реально в VPN, смотри. А, вот справа, где списочек, на мне кликнуть и удаленную демонстрация. Или удаленное управление. Секунду. Демонстрация, по идее. Удаленная демонстрация там. Демонстрация. Подтвердит ваш запрос. Подтверждай. А можешь еще раз, потому что я отклонил. Не из героев не видел, там только отмена. Так, ну-ка давай. Либо выполняйте входящий сеанс удаленного управления, либо вы проводите конференцию. Короче, во время конференции нельзя. Демонстрацию, да? Да. Остается только ходить. Кекс, сколько там тебе ходить еще? Недолго сейчас я подерусь, заберу. Не, ну я отойти успею, не успею. Если успеешь. Хорошо, сейчас я вернусь.
Кекс, в натуре успел. Так, а у меня знаешь, сколько муспоинтов у моего мудилки? Кекс. 2500 накс бокс. Так, а ты дойдешь до сюда? О, какой он быстрый, какой резвый ваш! Так. Что я хотел? Во-первых, вот так вот мы свапнемся. Вот так вот, вот так вот. Ага. Ты, молодой человек. Что у тебя за магия? Summon bot. Отлично. Так, ты что можешь? Ничего. Ты что можешь? Тоже такое себе. Ладно. А, ладно, хрен с ним. Посмотрим, что это бабище еще умеет. First Aid. Вот это нам и пойдет, походу, брать. Хотя не, все. Кекс, начинаю. Это самое ответственно заявляю, что начинаю некромантить. Просто некромантить. Понял, че, понял, пельмень в эту пушку. А? Кекс, я думаю, сейчас самое время это начинать делать. Тя... Сейчас же напроёбываю. Хотя ладно. Мне эти ребята нахер тоже не сдались. Пускай ДПСит. А, это медуза! Я Андрей, же... пишу просто смотри, что решит. Это же халява. Что, кекс? Я говорю, пельмешек всем учу. А, пельмешки? Пельмешки это хорошо. Ой, блядь, что за дебил, нахуй, что за дебил? Андрей, я в прошлом ходу себе это тоже про себя раз, Кекс, ну ладно, это не конец света все-таки, но крайне неприятно. Просто так отдал 3 гранда. Такое говно. Так, и у меня фулл армия, а не скелетики придут все равно. Дебил, блядь. Ретард, ой, ретард. Конченый, 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 конченый. Короче, не, я покричился. Эй, ладно, я тебе давно хотел сказать об этом. Я потерял чудик. Да ну. Пиздец. А где? Причем один последний сраный черный рыцарь его добил. Гей. Представляешь, чудика. Надо, да. Уравняли шанс. Ты кентавра, я чудика. Можно и так сказать. Так, ладно. Короче, Андрей, смотри, какая ситуация. У меня, типа, ничего важного в следующих ходах нет. Я готов завершить любой момент, как только ты скажешь. Так что, до усмотрения. Ну, сейчас я тут заберу быстренько. Заберу то, что мое по праву. Так, ну давай, кекс. Тут даже посейвиться можно. 1-3-3 уже. Итак, получается 37 птиц рух. Алло. Алло, здорово, Игорь. Привет. Привет, привет, Игорек. Привет. Андрей, ты докачал КС? Я, да. Закрывай тогда нахуй эту поебень и пошли. Хорошо. И мозг. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо.
Да я ведь смотрю, ты еще не вышел. Я все, выхожу. Я сохранил тоже. Или сейчас кикнем тебя и будешь героев один против ботов ебать. Ну не надо, пожалуйста. Че ты сразу кикать-то? Да потому что. Сливаешь, руинишь катку. Ну кончай, Игорек. Я тебе сейчас даже ссылку кину заебатую. Какую? Всем даже кину скайп. Кто еще не сделал это. Там все заебись настройки самые. Конфиги пошли. Ну там реально нормально все настроено. Ну а понятно. Конфиг, это как? Прям все копируется в консоль, все одновременно вот. В смысле одновременно? Ну там это. Находишь конфиг в папке, вписываешь все эти хуёвные. Ты можешь, конечно, в консоли в игре все это въебать, но это заебушно. Понял, сейчас я посмотрю. Ну и в игре видеонастройки там тоже есть. Я готов. Кекс, короче. Мне, короче, нужен сейчас будет еще один ход. Давай. Ты охуел, Шель? Давай закрывай эту поебень. Да пошел ты, слышь, жопа, ты что за пидорас такой? Да ты хуйней какой-то маешься, я ж вижу. А ты пидорас. Нет. Пидорас это только ты, я ж вижу твой экран, чем ты занимаешься. Нет, ты пидорас, я нет, не занимаюсь. Сидит там, блядь, тыкает по замкам, думает, сейчас я что-то построю. А, нет, не буду. А, нет, построю. А, вот ты как ко мне ходишь, ясно. Все, Кекс, последний ход мне нужен. Я этот драконов чищу и готов в CSGO идти играть. Андрей, когда ты почистишь драконов, лучше останется? Намного. Ты чё, у меня два дракона будет. Угу. Охуенно. Пошел ты. И микрофон выключил, слился. Как обычно. Кекс, а ты долго будешь ходить? Может пропустишь? Скипанешь? Ух, сейчас сильнее. Ко мне в тиме добавляется чувак, дам сервер CSGO. Нам он не нужен, нас 5, братан. Ну мы же этот, ММР будем играть, правильно? Да, да. Райдинг. Ну только нам катки не руинь. В смысле? А, слышишь, давай я пока сделаю то, что там ты хочешь. Да, я хочу. Что там за ссылка? Форум, он мун. И как это все делать? Ну там написано. Не, ну в смысле, находишь конфиг CFG в папке CS. Я думаю, ты Ctrl-F умеешь юзать? Ладно, сейчас закрою. Это скрина настройки, это в игре надо будет сделать. Ну и в настройке параметры запуска. Там вот эта вся хуйня, которая убирает, сам знаешь что, ускорение мыши. Игорь, а это, ты подаришь мне какой-нибудь клевый автомат? Нет. Андрей, я тебе что-то еще не заработал. Если ты нормально будешь катать, то я тебе подарю. Хорошо. Андрей, мы, кстати, с тобой менялись вроде, у тебя уже что-то есть. Да? Помнишь, мы что-то фанились, нет? Да, помню. Вот, я тебе что-то отдал. Это ты на будущее, то есть ты все это прочитал. Я, Андрей, знал, что все придет к этому. Да, хорош. Как там, ты Игорь, попал драконов? Да. Пьешь там что-то? Да нет, сейчас кекс ходит. Да, я лимонадик пью, довольно-таки вкусный. А я сейчас драконов буду гонять. Ты мыть их хотел, а не гонять. В смысле, зачем мне мыть драконов? Ты сказал, я сейчас помою драконов и все. Не, Игорь, я не говорю, что я помою драконов. Да не вон там, я зеленый в мхе. Покажи. А, ну вообще да, надо бы помыть. Все, ходи, я за пельмени. Так, все, кетс. Да. Кетс. Тебя, блядь, сейчас вгрызутся мне в кентавров опять эти педрилы. Ну и похуй, я не боюсь вас. Слышали, дракон, я вас не боюсь, хоть у вас 4 будет. Он что, завейтился? Так, 11. Блять, это, сука, урод, блядь, урод, ебаный! Кекс, как думаешь, 3 дракона бахнут моего одного дракона? Тебя нихуя они не бахнут. Хотя они кентавров бахнут. Ну и похер, кентавры для лохов. Я, кстати, минут 10 назад уходил готовить хавать и слышал фразу на стриме, еще последний ход и завязываем. Не, вот это не пизди, пожалуйста, такого не было. Да ну. Да. Одного камня не хватает для постройки драконов на базе. Лёх, видишь? Ой, Лёх. Игорь, видишь, как заебал я люблю драконов? Заебал меня, Лёхой. Да мне просто драконы нравятся. А чё, блядь, ты тот еще Лёха. Да пошел ты. Я же не шучу даже про твой лишний вес. Ну вообще, да. За это тебе спасибо. Блядь, что я сделал? Блять, что я все еще делаю? Моешь драконов? Или я думаешь, что построить, что не построить?
Я вот построил драконов, теперь надо будет их загрейдить. МГ-3, ага, 20-очка. Я тогда жопу пью. Кекс, золотые драконы хорошие? Издеваешься? Охуенные. Охуенные. Я бы сам сейчас парочку взял. Денег нет, понимаешь? Ты пиздишь. Рекламы нет нихуя на Твиче. Ты пиздишь, Игорь. Нет. Короче, есть Кекс. Есть реклама на Твиче. Кекс, да, давай я прям здесь засейвлюсь. Там мало, мало рекламы. Склоняйся, выходи, конечно. Так, Клайд, 134, мох на дракон. Стрим-дред рекламирует гамбургеры, вот прям вот, что-то тут, какой-то подвох есть. Так это у кого-то есть, у кого-то нет, но больше числа людей нету. Знаешь, вот тебе так кажется, есть реклама, а потом заходишь там во вкладку партнерки и слезы на глазах наворачиваются. Да. Печалька вообще. Игорь, ты что такой веселый? Наконец-то дота закончилась? Блять, я стримил такую хуйню, ты не поверишь. Там играли две команды, охуеть какие, 70 минут. Такая была заебись игра. Понял. Я так. Сейчас похавал, попил лимонадик, и мне нормально стало. А как там файл называется, Игорь? config.cfg. Я понял, таких много у меня. Так ты зайди в папку CS и там ищи. Так я так и сделаю сейчас.